Накануне в соцсетях появилось это видео. По полю бегут олени, из окна внедорожника со стороны водителя появляется ствол. По животным, предположительно, идет стрельба. Видео опубликовано в воскресенье днем. На съемках трасса Венспилс-Кулдега-Салдус. При этом стрелок не обращал внимания на то, что и на встречной полосе, и попутно двигались другие машины. Государственная полиция во время проведения расследования установила причастных лиц и вчера вечером, 10 декабря, задержала мужчину за незаконную охоту и конфисковала оружие. У мужчины есть разрешение на оружие. Будущий статус остальных лиц, причастных к инциденту, будет определен в ходе расследования. Пока неизвестно, был ли стрелявший охотником и состоял ли в охотничьем коллективе, но в Латвийской ассоциации охотников говорят, что за такое нарушение, помимо всего прочего, могут исключить и из охотничьего коллектива. Это грубейшее нарушение вообще охотничьей этики, техники безопасности и охотничьего закона, и также закон об обороте оружием, который уже целый букет нарушений грубейших. И это моральная сторона, что, ну, я не знаю, из-за таких ситуаций и появляется в обществе очень такая, ну, неприемлемость к охотникам вообще, как таковым. Это плевок в лицо всем остальным охотникам Латвии. По факту происшествия госполиция возбудила уголовный процесс по части 3 112 статьи Уголовного закона за запрещенное использование общеопасных средств, способов, орудий или приемов на охоте. Согласно Уголовному закону, такое уголовное преступление наказывается вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Даниил Смирнов, РУСЛСМ.